Планета. Замечательное утро, и сегодня с утра хочется показать вам наш пляж, который находится недалеко от Геста, чтобы вы вместе с нами окунулись в теплую морскую водичку. А сейчас только у нас 6 утра, мы будем готовить себе кофе, просыпаться. Morning. У нас здесь так замечательно, что есть кухня, и можно брать с собой свой заварной чайник, любимые наши чашечки кип-кап, и каждое утро иметь свой заварной вкусный кофе. Тисе очень доброжелательный и очень-очень приятный. Нам очень-очень нравится. Вчера у нас была плохая погода, а сейчас замечательное голубое небо. С вами хочется прогуляться на пляж. Мужчина мой сегодня пойдет заниматься дайвингом. Он сейчас завтракает папайей. Tell please about the weather. How do you feel here? The weather is amazing. It's warm. It's raining. We don't miss the rain from home. But it's warm. Hot. 25 during the day in the night and 30 during the day. I don't think it's very humid. And I don't have to wear so many clothes, so I'm good. Have a good diving, love. Thank you. Для меня погода здесь тоже комфортная. Днем где-то 30 градусов, ночью 25. Но несмотря на такую высокую температуру, жара не ощущается. И несмотря на также высокую влажность, очень даже комфортно. Главное, чтобы нас не застали дожди больше врасплох. И наши 3 недели пройдут на ура! Ближайший к нам пляж называется Pristine Beach. Интересная финька, друзья мои. И здесь нужно платить. Платить. 40 песо стоит вход на пляж на весь день. Друзья мои, напишите мне в комментариях, вот вы когда ездите в другие страны, вам приходилось ли платить за вход на пляж? Для меня это немножко... чудновато, но выбора у нас нет, поэтому платим за удовольствие. А какое удовольствие, я вам сейчас покажу. Ха-ха, недалеко отплыл от меня мой мужчина. Ready for big adventure. I'm going. Bye. See you later. Have fun. Дикий пляж. Повсюду растут мангры. Такие интересные... столики с навесами. Впереди другие острова, вода, солнце, океан.
Жажда, все. How was your first diving in Philippines? It was amazing. It was really nice. The water was really choppy. I mean, a lot of waves, big waves. And I felt a bit sick, but it was really nice, it's really beautiful. The visibility, it's not amazing, but a lot of healthy reef, a lot of fish. We saw two turtles. I hope I recorded the video properly. I was not focusing on taking the video, just keeping myself aware of what's happening. Смотрите, ребята, сколько у нас кокосов. Маленький кокосовый рай. And next, this bottle. Coconut is better. Tell our viewers about this water. Because we drink a lot of water, and instead of going to buy it from the shop, we asked our hostel if we can buy one them from them, and we pay for 35 pesos for it. We pay 85 pesos for 5 liters. I saw today on the beach was 25 pesos for half a liter. Half a liter. So good. Most of the guest house here, they can help you organizing excursions. It's very helpful for tourists. So we organized everything to them. Eating exotic food in exotic places. Пока мужчина кушает, давайте я вам покажу нашу комнату. Комната самая обычная. Столик, кресло, кровать, светильники над кроватью, зеркальце для модниц. Привет, привет, Машу. Такая вот тут маска их национальная у них. С этой стороны у нас телевизор перед кроватью для тех, кто не знает, чем заняться вечером. В углу у нас здесь большой шкаф и кондиционер. Давайте я вам покажу нашу ванную комнату. Привет, привет еще раз. Для меня самое главное, что здесь есть водогрей. Ну, Алта, you need to take a shower in the shower. Yeah? I can't do anything, you're always with camera on me. Так вот, теплая водичка, это очень важно. А еще под столиком у нас мы храним наши купленные фрукты. А те, которые мы не можем держать в комнате, так как кондиционер мы не включаем, когда мы не находимся здесь, то если пройти пару дверей, то можно найти комнату, в которой стоит холодильник, и гости этого геста могут размещать там свои продукты. Еще один плюс этому месту. It's really nice. It's made of coconut. Yeah. From coconut tree, yeah. Let's clean the mess that we made here. That's good. Maybe we need one of this at home. Do you like this guest house? Yes, I really like it. Very helpful people. They help us with a lot of things. It's a family business owner. It's good when you go in this place because they look after you better than in a 5-star hotel. You can forget laptop on the table, I don't care. Yeah, 4 days we didn't have the key for the room. It was fine, laptop on the table. But try not to do that at home. Молодой человек, ну расскажите ваше мнение о пляже. Tell me about this beach. It's a very nice beach. Very small. And for the past few days it was just you and me here now because it's the weekend. Other people invaded our little beach, little piece of heaven. If you're in Puerto Princesa, you don't have any other option, just this beach. The pristine beach, which is a private beach, you have to pay. It's
it's very small. It's not an amazing beach, but it's nice. Ребята, если вам сегодня понравился наш такой обычный день на Филиппинах, дайте нам знать, ставьте нам лайки. Вам желаем улыбок, тепла и добра. Не переключайтесь с нашего маленького сериала. Скоро увидимся в следующем путешествии по островам. Пока-пока! Пока-пока!